Внимание! Найден путь к голодному желудку через вкусное горячее питание. В Кировске открыто Тайбола, новое кафе в торговом центре 7 дней на втором этаже. Ежедневно с 9 до 9 для вас горячие завтраки, салаты, домашние пельмени и вареники, качественные безалкогольные напитки. Пройдя по этой дороге раз, мимо уже не пройдете. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды и я его ведущая Майя Захаренкова. 30 июня на Кольском полуострове погода существенно не изменится. Облачность все такая же, переменная, ветер малозаметный. В Хибинах в пятницу его сила составит всего 2-3 метра в секунду. Температура воздуха останется практически на том же уровне, что и сегодня, 10-14 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление в пределах нормы. В Апатитах завтра теплее на 2 градуса. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 16. Восточный ветер о подтечении гости города практически не почувствует. Его скорость не превысит 2 метра в секунду. На юге области ночью плюс 9, днем 16 градусов выше 0. Переменная облачность. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. На севере Кольского полуострова в последний рабочий день недели термометры покажут плюс 13. В Мурманске будет дуть северо-восточный ветер. В порывах его сила достигнет 7 метров в секунду. И в завершение выпуска по традиции заглянем в народный календарь. На Руси 30 июня отмечали Солнцестой, праздник, посвященный Солнцу. Вечером жгли костры, вокруг собирался народ, и гуляние могло продолжаться всю ночь. Сейчас костры жечь, конечно, не стоит, ведь в Мурманской области действует особый противопожарный режим. Штраф нарушителям до 50 тысяч рублей. А вот праздновать можно, ведь впереди выходные. А у меня на этом все. Желаю вам ясной погоды и отличного настроения. Индия ближе, чем ты думаешь. С 22 июня большая индийская выставка. Приходи и покупай мед, косметику и чай, а также рис, восточные сладости, палантины и многое другое. Ждем ежедневно с 10 утра до 8 вечера на нашей индийской выставке по адресу город Апатиты, торговый центр Ангелина, Дзержинского, 37А, цокольный этаж. Телефон 8 922 334 49 44.